Приветствую всех на своем канале, с вами Маркела Борис, и сегодня мы поговорим, как развивать канал YouTube, как получить первые 1000 подписчиков, 10 тысяч подписчиков, 100 тысяч подписчиков, 1 000 000 подписчиков и всего остального. Весь секрет состоит в том, какую нишу вы выберете. Какую вы нишу выберете, так и будет развиваться ваш канал. Не стоит на канале рассказывать какие-то сложные вещи, которые многие люди не поймут. Во-первых, определитесь, для кого вам нужен ваш канал. Для чего вы заводите свой канал на YouTube? Если вы заводите свой канал на YouTube для помощи людям, то вот так вот. Вот такой вот лайк. Если вы заводите канал на YouTube, чтобы прославиться, это тоже хорошо, но есть одно но. Вы обязательно должны иметь контент, который захватит людей. Контент, который будет помогать людям. Смотрите. И в первую очередь вы, в принципе, должны задавать себе один вопрос. Чем максимально я могу быть полезен человеку, который смотрит мои видео? На моем канале вы найдете очень много информации, которая вам обязательно пригодится. Мой канал называется «Борис Маркелов. Помощь людям». Организован канал совсем недавно, и организован он именно для людей. Я помогаю людям в их вопросах. Вопросы, которые они мне задают. То есть мне спрашивают, например, меня в личных сообщениях объяснить то или иное действие, какое произвести, чтобы было полезно для человека. Ну, например, люди спрашивают, как развивать бизнес в интернете, люди спрашивают, как купить новую машину в автосалоне, на что обратить внимание. Люди много чего спрашивают. По поводу этого я записываю видео. По поводу всего я записываю видео. Я даже записывал видео, как приготовить пельмени. Да, было такое видео, как приготовить пельмени. Все вопросы, которые возникают у вас по ходу вашей жизни, по ходу ваших действий, которые вы производите, я пытаюсь быть полезным людям, и я пытаюсь этим людям помогать. Если вы хотите развиваться в интернете, если вы хотите зарабатывать в интернете, для вас у меня уже готовы такие видео. Если у вас возникают какие-то вопросы, вы можете непосредственно писать в комментариях, либо писать в личные сообщения по контактным данным, которые вы найдете под этим видео, и задавать мне вопросы. И на ваши вопросы я буду отвечать в виде видео. Вот такой вот формат канала. Просто помощь людям. Если вы, например, интересуетесь, как ускорить свой компьютер, если вы интересуетесь, какой телефон, смартфон подобрать, чтобы записывать видео, либо какой свет подобрать, чтобы записывать видео, на это я вам отвечу. На этом заканчиваю. Кому понравилось видео, ставим лайк, подписываемся на канал и задаем вопросы. Вместе мы сделаем намного больше, чем вы это будете делать в одиночку. Всем привет!